Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Мибрамик, да? У нас есть такая колода, непереводимая на русский язык, на такую тему. Совместимы ли вы с партнером, которого загадали? У нас будет 6 позиций по одной карте. Карта вашей совместимости. И если нужно будет, мы будем докладывать. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на 6-7 мая. Так, нет, простите, на 7-8. Поэтому спешите. Пишите мне Viber, WhatsApp, личное сообщение ВКонтакте. Также в директ Instagram я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте «Диагностика сканирования целителями». Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь, пишите. Также приглашаю вас на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от Луны не зависят. Ритуалы на отношения, на финансы, на здоровье, на учебу, на беременность, на продвижение по службе и так далее. Вот. Также приглашаю вас на психологические консультации, на разбор ваших ситуаций, да, естественно, кому-то очень морально тяжело, особенно в ситуациях с личными отношениями, когда любишь человека, вроде как стараешься для него, но ничего не получается, да. Вот. Есть, конечно, много ритуалов по примирению вашему, но часто бывает так, что уже отношения не вернуть, и надо что-то делать, да, не хочется терять ни чувства собственного достоинства, уже ничего, вот, и тогда психологическая консультация очень важна, вот. Ну, также предлагаю вам зарядить талисманы на вашу цель, это талисманы из янтаря и другого камня, то есть есть и лунный камень, и горный хрусталь, и много-много других, то есть и тигровый глаз, и сертолик, и нефрит, только очень вас прошу, вот одна женщина недавно очень просила меня достать тигровый глаз, да, а потом заказывать его не захотела. То есть я ей достала камень, он ей понравился, она сказала, что она его будет заказывать, и оплачивать не стала, и просто пропала. Вот зачем вам это нужно, я не знаю. То есть когда вы у меня пытаетесь что-то заказать, просите найти нужный вам минерал, нужный вам камень, а потом просто берете и кидаете. Я этого не понимаю, это очень неприятно, поэтому давайте работать уже... Ну, вот таким образом, чтобы, если вам действительно нужен талисман, вы его пишете и заказываете. А если нет, то зачем вам просто морочить мне голову? Это не нужно. Итак, перед вами первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Совместимы ли вы с партнером? То есть мы посмотрим карту вашей совместимости. И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, у нас вышла карта «Шестерка мечей». Карта говорит о том, что совместимость здесь отсутствует. Либо она под вопросом, понимаете? Тут, скорее всего, эти отношения закончатся каким-то расставанием, да? Либо эти отношения могут, допустим, был брак, разводом закончиться и также отъездом, вот особенно. Одни берега мы покидаем и плывем к совершенно другим берегам, вот как бы то ни прискорбно звучало. Здесь совместимость сильно под вопросом, еще почему? Потому что тут кто-то может ценить свою свободу. Ценить свою свободу мы начинаем тогда, когда... С партнером ощущаем себя, как будто зверь в клетке. Когда с партнером или с партнершей нам кажется, что мы находимся в отношениях, как в тюрьме. Вот. Потому что если любим, если нам комфортно в отношениях, мы, по сути, и так свободны. А тут человек именно как будто бы ценит свободу, значит, отношения его напрягают или ее. Вот. Также отношения могут, конечно, вас со своей стороны напрягать, да? Вполне, то есть, допустим, загадали человека, с которым у вас уже проблемы в отношениях, и напрягаетесь именно вы. И вы спрашиваете, а мы вообще совместимы? Ну нет, нет, не совместимы вы, естественно. Потому что тут явно стоит вопрос о том, чтобы причалить совершенно другому берегу в этих отношениях.
Вот. Также что еще могу здесь сказать? Давайте посмотрим, дополним, да. Тут еще вижу, вот смотрите, я вытащила карты чувств партнера мужчины в отношении ях, шестерка пентаклей, и партнера женщины в отношениях башня. Тут явное несоответствие, очень большой дисбаланс в чувствах. То есть один партнер чувствует, что эти отношения катастрофичны, разрушительны, и дают женщине вот особенно, да, прям переживаний очень много. А мужчина вот так с широкого жеста такого. Ну, я, может быть, одарю тебя своим вниманием по-королевски. А ты проси, проси. Я тебя, может быть, чем больше просить будешь, тем больше я одарю. То есть тут идет вот такая обстановка, что, скорее всего, женщина любит больше, но для нее эти отношения полная катастрофа. А мужчина, он заинтересован в женщине, но именно в качестве человека, который просто иногда подает немного своего внимания, как милостыню. Вот. Поэтому по первой позиции, скорее всего, с партнером вы несовместимы, и нужно поискать кого-то другого в будущем. Вот такая первая позиция. Позиция номер два. Совместимы ли вы? Здесь мы видим туз жезлов. Ну, конечно, по тузу жезлов вы совместимы. Это начало новой жизни. Новых позитивных перемен. То есть мы получаем от связи с партнером или с партнершей новую жизнь. Начало, да, чего-то позитивного в своей жизни, радостного, счастливого. Время, когда мы успешны, время, когда мы продвигаемся вперед, растем, радуемся, мы счастливы, мы буквально победители. Мы буквально пышем огненной энергией. Нам нужно созидать, нам нужно расти, нам нужно профессионально, может быть, даже продвигаться. По карьерной лестнице, зарабатывайте все что угодно, да. Это все дает вам данный человек, а вы ему, то есть тут обоюдно. Тут большая совместимость, большой уровень совместимости и подъем от отношений у каждого из вас. Перспектива. Перспектива на то, чтобы построить серьезные отношения. Думаю, что партнер, которого загадали для вас, или партнерша, да, для вас кто-то яркий. Это индивидуалист, это человек, у которого яркая личность. И вы для этого человека тоже смотритесь довольно ярко. То есть, может быть, вы даже оба лидеры по натуре, но это вам не мешает строить отношения. Потому что лидерам часто мешают, да? Они начинают бороться за лидерство, тут нет. Тут, скорее всего, партнеры друг друга поддерживают. Вообще, тут жезлов карта начинаний. Карта людей, которые вот действительно... Ну, чего-то добьются в будущем. Вот. Тут женщина любит, прям любит очень сильно. Туз кубков выпал на чувство женщины. То есть неважно, кого сейчас загадали, мужчину или женщину, да? Все равно один мужчина, другой женщина. И если это однополые отношения, выбирайте, кто будет стоять на позиции мужчины, у кого больше таких качеств, да? Лидерских или там брутальных каких-нибудь. И кто больше на позиции женщины стоит, и смотрите вот эти чувства. Тут женщина прям любит чувствовать через кайф, вот она для партнера все готова сделать. И понимает, что вот души не чает в человеке. А семерка жезлов на чувствах партнера говорит о ревности в данный момент. То есть человек испытывает страсть, человек испытывает большие чувства, но часто ревнует. Это может быть ревность хоть к кому, да, даже к вашим родителям. Ну или наоборот, вы ревнуете к родителям, да. Или к друзьям, или к кому угодно. Не обязательно там к другим партнерам, партнершам. Вот. А также, что еще могу сказать? Сейчас посмотрим. Девятка кубков. Видите, со стороны мужчины падает. То, что у мужчины есть в этих отношениях удовольствие, радость. Он находится в зоне комфорта, ему хорошо. Если бы не его чувство собственничества, да, то вообще было бы все прекрасно, оно ему немножко так мешает. Но сам по себе человек тоже, скорее всего, испытывает чувство любви,
по отношению к женщине. Поэтому здесь полная совместимость и взаимные чувства. Я вот это так могу растрактовать. Такая вторая позиция. Позиция номер три. Ваша карта совместимости, туз мечей. Строгость, да, какая-то здесь есть. Здесь, понимаете, с одной стороны идет в связи с отношениями начало новой жизни, начало нового жизненного этапа, а с другой стороны в этих отношениях есть момент отрубания. Может быть, отрубание старого, строгость, да, какая-то. Что если ты сейчас не ставишь точку в своем прошлом, от этих отношений ничего хорошего не жди. Нужна именно точка. Вот, допустим, у вашего партнера нужно отрубить прошлое, или у вас обоих. Здесь, если с прошлым не попрощаться, не поставить вот этот вот крест на этом прошлом, да, то оно будет очень мешать строить отношения. Потому что совместимость как бы здесь есть между партнерами. Но строгость туза мечей, она всегда доказывает, что должно быть соблюдение правил в этих отношениях. Если кто-то кому-то будет врать, ну, с прошлым почему связано, да? Может начать обманывать, да? Обращаться к прошлым отношениям, к прошлым партнерам, партнершам и пытаться как-то увиливать. Вот ни один из вас не потерпит лжи, понимаете? Здесь нужно сконцентрироваться друг на друге. Тогда все получится. На 100% получится. Будет прям новая жизнь, новые начинания. Но нужно держать себя в руках. Нужно уметь быть верным, уметь быть честным. Даже если что-то негативное произошло, нужно уметь говорить об этом напрямую. Понимаете, в чем дело? В том, что ложь, пусть она и приятная, и красивая, да, и кажется, что пусть лучше человек находится в неведении, в этом сладком сне, но она всегда противна. И человек все равно об этом узнает и становится горше в 1000 раз, да. И если мы говорим неприглядную правду, человек ее переварит и будет благодарен. Мне сказали что-то честно. Мне сказали открыто. Я сейчас переварю вот это негативное, то, что мне сказали, и буду жить дальше. Но смириться с тем, что наврали, вот это вот хуже некуда. Вот о чем всегда говорит туз мечей. Ну и естественно, видите, когда мы чувства партнеров друг другу проверяем, мы здесь видим, что у партнера, у мужчины верховная жрица на чувствах, а у женщины это смерть. То есть тут идет тяжелая ситуация, да. Туз мечей, он показывает, что люди прошлое не отпустили, и у них катастрофа в отношениях. Тут какая-то женщина вмешалась в отношения со стороны мужчины, а со стороны женщины кризис и упадок сил. А будут ли вообще эти отношения продолжаться? Давайте посмотрим. Карта силы, она говорит о том, что, конечно, они могут продолжаться. И достаточно отрубить все концы, хвосты из прошлого, и совместимость будет на 100% ваша, да, друг у друга. То есть вы будете дополнять друг друга, начнется новая жизнь, все будет хорошо. Но пока вот испытываете большой кризис в этих отношениях, и очень тяжело. Кто-то вмешивается в них. Четвертая позиция. Карта вашей совместимости. Девятка жезлов. А вот здесь идет ситуация, когда одному из партнеров приходится бороться за свое место под солнцем рядом с другим партнером, завоевывать свои позиции, отвоевывать, так скажем, горную вершину, да. Кто в нее, на нее вперед взберется, так скажем, и стоять на этой позиции, буквально от 7 собак отлаиваться, чтобы быть рядом. А насколько это нужно одному из вас? То есть это может быть как мужчина, так и женщина, это не важно, да? Но насколько это нужно? Вот в чем вопрос. Давайте посмотрим, а вообще это целесообразно? Так, ну мы здесь видим королеву жезлов. Здесь вмешивается женщина в отношения. Либо женщина в отношениях выступает инициатором этих отношений, и тогда она... Она человек, который борется за место рядом с партнером и, отвоевав свои позиции, отлаивается от 7 собак.
Но получается, тут только женщине отношения и интересны. Ну, карта совместимости страдает, естественно, у вас, да? Страдает. Немножечко не та совместимость, о которой должна идти речь здесь, да? Между партнерами. Какая-то невзаимность получается. Что чувствует партнер мужчина? Что чувствует партнер женщина? Опять же, у женщины выходит сердитая карта пятерка жезлов. Она борется, она ревнует, она выносит мозг, она старается с партнером даже в чем-то соперничать. Она сердится на него часто, устраивает какую-то головомойку. А мужчина здесь паж пентаклей. Он, я бы сказала, немножко незрелый в чувствах к женщине. Но он заинтересован в отношениях, в плане общения. Ему приятно, ему интересно. Она является его какой-то противоположностью. И, в принципе, у него есть сексуальный интерес. Но я бы пока не сказала, что это что-то большее, понимаете? Нравится пообщаться, нравится, ну, сексуальная жизнь между вами, да? Но при этом у него нет четкого осознания, что это серьезные отношения. Скорее всего, женщина борется именно с этим. Не советую женщине в этих отношениях бороться за вот это все. Советую поискать партнера, действительно, у которого будет с вами карта совместимости более хорошая и будет менее тяжелая ситуация. Пятая позиция. Ваша карта совместимости. Ну, рыцарь жезлов говорит о том, что вы совместимы с партнером, особенно по сексуальной теме, да. То есть у вас завышенный уровень сексуального притяжения друг к другу. Не вижу здесь серьезности в отношениях, не вижу здесь, что у партнеров есть большая перспектива строить серьезные отношения. То есть вы совместимы по сексуальной чакре, так скажем, да, в сексе. Но вряд ли вы совместимы по всем остальным параметрам. Тут возникнет страсть между партнерами или уже возникла, но не возникнет сильного душевного притяжения друг с другом. Вот, давайте посмотрим чувства на данный момент, да, друг к другу. Что чувствует мужчина в этих отношениях и что чувствует в этих отношениях женщина. Опа! А вот здесь мы видим счастливую белку, которая в этой колоде означает такой знак. То есть, когда мы проверяем чувства, то в данный момент партнеры друг с другом очень счастливы, понимаете? Мужчина тянется к женщине, женщина тянется к мужчине. И учитывая рыцаря жезлов, между ними дикая страсть. Они могут и ругаться, конечно же. Они могут и как-то друг друга поддевать, да, ревностью. Но при этом это счастливые люди. При этом, даже если у них какие-то идут разногласия, они сейчас дико притягивают друг друга, заинтересованы друг в друге. И им их заводит вот присутствие второго человека в жизни в его, да. Причем это взаимно. Женщина при этом... Ну, как будто бы вытянула в виде этого мужчины счастливый лотерейный билет. Вообще, когда мы видим вот эту карту и вытаскиваем ее во время расклада из колоды, вот этой колоды именно, счастливая белка, она означает знак, что даже несмотря на то, что, может быть, у вас небольшая перспектива для серьезных отношений по совместимости, но встретились вы не зря, и вас ждет большое счастье в этих отношениях. Поэтому здесь, может быть, есть за что побороться. И здесь, может быть, есть смысл эти отношения продолжать в любом случае. Потому что на основе вот этой сильной сексуальной тяги друг к другу, будоражащей вас, может быть, согласно вашего возраста или еще чего-то, может получиться нечто потрясающее. Вот такая позиция номер 5. И шестая позиция. Карта вашей совместимости друг с другом. Четверка кубков. Скукотища. Здесь нет совместимости, здесь есть скукотища в отношениях. Застой, игнорирование, пробелы, нежелание общаться друг с другом. Или у одного партнера настолько отсутствует, что у второго уже пошла тоже такая же
ситуация, да, что ну надоело все, надоело, хватит мне тебя тянуть, уже все не хочу. А вот, то есть один другого может утянул какое-то время, но уже и надоело и это, да. Здесь совместимость отсутствует практически. Вот. Но, видите, партнер мужчина и партнер женщина. Они друг с другом видят, во-первых, какую-то выгоду в отношениях. Это в первую очередь. Во вторую очередь здесь женщина считает мужчину каким-то новым, считала, может быть, да, новым шансом в своей жизни, очень хочет вернуть эти отношения, возобновить их, но не так, как на этой карте, да, а так, как было в начале. Интересно, захватывающе, что было. Или выйти замуж за партнера хочет. Но партнер, он сосредоточен на каких-то других делах немного, да, на своей работе, на своих жизненных каких-то проблемах, может быть, трудностях, когда ему хочется справиться со своими проблемами. И пятерка пентаклей подтверждает, что у него могут быть проблемы с деньгами, он сосредоточен на работе, но не на женщине. Здесь партнер мужчина именно отторгает партнера женщину, а женщина очень хочет быть в этих отношениях. И вот, скорее всего, рука из облака, которая протягивает кубок, это ее рука. Но ей тоже уже поднадоело. Мужчина по четверке кубков здесь отталкивает женщину, игнорирует ее и очень пассивен в отношениях. Скорее всего, не стоит бороться за эти отношения, потому что совместимость-то нулевая. Ну, такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!